Предисловие небольшое. Сейчас вы посмотрите про трубу рассказ. Смотрите, в нашем цехе практически не осталось черной трубы. То есть из черной трубы у нас изготовлены только шаблоны. Видите? И то уже практически не все. Все из оцинковки даже. Потому что черную трубу мы уже не за... Вот она, видите? Вот она черная, которая живеет в металломе. Мы не закупаем уже 4-5 лет, точно не покупаем черную трубу. Вот такая эволюция у нас произошла. Можно сказать, жесткая. Переход был жесткий, пришлось нам закупать полуавтоматы, чтобы сварщики полуавтоматами работали, вытяжки мощные делать, освещение хорошее. Поэтому вот так вот. Ну и средства защиты специальные. Плюс бесплатные обеды и молоко. Вот так вот. Смотрим дальше. Смотрите. Всем добрый день. Разгрузили только что трубу. Смотрите, сколько у нас трубы. Кто бы ни говорил. Сейчас я вам покажу, которая у нас труба пришла. 20 на 20 и 1,2 минимум мы применяем. Потом 20 на 20 на 1,5. Тоже максимум. Знаете? 1,5 миллиметра у нас идут на несущие элементы, а 1,2 идет на вспомогатель, на прогоны, на заполнение и так далее. Вот обратите внимание, сколько у нас и все это оцинкованная труба. 40 на 20, 1,2 оцинкованный шов, 40 на 20 на 1,5, 40 на 20 на 1,5. То есть мы применяем прикручивание. Вот, видите, тут Ваня устроил музей, когда и что мы, чтобы не терять их. Прикручивает их. Еще в офисе их очень много. Видимо, недавно, раз свеже, недавно начал прикручивать. Что мы конкретно применяем трубу оцинкованную. Оцинкованную и толщиной минимум 1,2 и 1,5. Все, видите? Даже 30 на 30, 1,5. 40 на 40 даже было 1,2. Даже где они несущие ставятся. Двойные фермы. 1,5. Вот даже 40 на 40 у нас приходила партия 2 миллиметра. Это 2 миллиметра мы их ставили на павильоны. Так вот. Сейчас я вам покажу вживую. И что мы получаем результат? Получаем результат вот такая полимерно-порошковая покраска. Красота. Это, Ваня, у нас что стоит? Это крепыш? А, да, это в транспортную компанию. Это поедет она в Ханты-Мансийск. А где арки? Не паковали еще? Это, а, вот рулон поликарбоната, торцы еще паковаться будет. Эта легенда упаковывается в Ростов, 3 на 5, как я помню, пакуется поликарбонат, будет сейчас железо паковаться. Вот. Что мы получаем из этой оцинкованной трубы? Вот она, все конструкции из оцинкованной профильной трубы. Это все готово в покраску? Да. Ну, все это поедет в покраску. Где разгрузили свежачок? Вот он, свежачок. Здесь 1,2, Дима, да? Вот смотрите, почему вопрос следующий. Многие задают, зачем мы красим оцинкованную трубу? Она же не должна ржаветь, правильно же? Но, обратите внимание, видите? Она начинает окисляться. Видите, белая, белесая. Поэтому, чтобы было у нас все идеально, мы ее красим полимерно-порошковой камерой. Если вам что-то говорят, что это ложь абсолютно. А где, Дима, у тебя были, которые окисливалась, труба-то лежала? Это вот была разрезная, сейчас мы от нее полностью отказываемся. Я вам чуть-чуть осталось, вот маленькая пальчика. Но это мы от нее отказываемся. Они вот тут лежали 40-е. Резка была, которую, помнишь, ты находил с окисленной труба-то? Мы уже зачистили ее. Зачистили и покраску отдали? Да. Ну, в общем, а есть что-нибудь показать, такие кусочки? Вот это тоже свежее, видите, какая пришла. Но со временем она начинает окисляться, потому что применяется ЗОЖ. Нет, даже кусочков нет. Даже кусочков. Вот видите, мы быстро перерабатываем, что он не успевает даже у нас на производстве окисляться. Он между трубой начинает окисление. И так вообще даже со временем в теплице, так как агрессивная среда, начинает металл окисляться, происходить процессы
Ну, если влага попадает, да, то влага. А в теплице очень агрессивная среда. Сами понимаете. Ну все вроде бы. Так, а это у нас стоит пятерка, это поедет у нас в Москву, да? Делаем. Да. Вот арки еще. Вот еще арки стоят. Арки еще стоят. Такие огромные. Как ее в транспортной повезут, не знаю даже. Александр. Арка из двух частей. Так вот. Получай. 5 метров хочешь ширины, получай. Так, ну ладно. В общем, пойду я документы подпишу на трубу. Поэтому вот так вот. Еще скажу вам, любите друг друга, будьте счастливы, не смотрите то, что по телевизору показывают. Третий день уже ничего не смотрю. Расскажу вам, сегодня дальше мы поедем. Эта труба идет нашим соседям. Это, видимо, на забор, она 12-метровая, 40 на 60. Мы такую даже как-то применяли, использовали. 1,5 миллиметра. Поэтому вот, готовят что-то. Поэтому вот так вот мы самая счастливая компания в России.